Приветствую всех любителей кино. Международный день защиты детей мы напоминаем взрослым о том, как важно формировать у ребенка правильные духовные ценности, учить добру и милосердию. Сказочные картины, о которых мы расскажем сегодня, научат маленьких зрителей смотреть на мир с восхищением, быть честными, добрыми и всегда поступать по совести. Современным детям стоит увидеть волшебные кинофильмы, созданные режиссером Александром Роу, которого можно смело назвать главным киносказочником 20 века. В его работах безо всякой компьютерной графики и анимации животные и растения разговаривали, предметы двигались, а персонажи навсегда пленяли сердца зрителей. Так случилось и с героями популярной сказки «Королевство кривых зеркал», вышедшей на экраны в 1963 году. Картина рассказывает о борьбе против лжи и несправедливости двух маленьких девочек, оказавшихся в сказочном королевстве. Талантливо и убедительно главные роли в фильме исполнили сестры Ольга и Татьяна Юркины. Воплотить историю на экране им помогли и другие актеры – Татьяна Барышева, Лидия Вертинская и Георгий Милляр. Поучительно для современных ребят, часами сидящих с гаджетами в руках, станет «Сказка о потерянном времени», созданная режиссером Александром Птушко в 1964 году. Фильм снят по мотивам одноименной истории Евгения Шварца. Главный герой картины, лентяй Петя Зубов и похожие на него ребята, невольно одаривают своим временем четырех злых волшебников и моментально стареют. Неимоверными усилиями им удается вернуть себе молодость и победить злых чародеев. Но самое главное, они понимают, что каждую секунду нужно ценить и не растрачивать время попусту. В картине снимались Григорий Плоткин, Рина Зеленая, Савелий Крамаров, Георгий Вицин и многие известные актеры прошлого века. Современная сказка «Тайны четырех принцесс» режиссера Олега Штрома вышла на экраны в 2014 году. Фильм рассказывает зрителям о том, как важно быть искренним и слушать свое сердце, учит любить и быть преданным. Ведь только самым верным и смелым откроется тайны принцесс и удастся разрушить чары волшебства. Эта яркая музыкальная история, несомненно, понравится не только детям, но и взрослым. Ведь главные роли в картине исполнили известные актеры современности – Сергей Жигунов, Кристина Орбакайте, Юрий Эргальцев и Юлия Паршута. Мы призываем взрослых наполнять духовный мир детей добрыми и поучительными примерами из отечественных сказок. Фильмы, о которых мы рассказали, и многие другие картины для детей вы можете увидеть в нашем ретро-кинотеатре «Майский» после снятия ограничительных мер. Следите за новостями в группе ВК Центра развития кино, смотрите и комментируйте наши обзоры. До свидания, до новых встреч!